بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد На этом уроке мы продолжим грамматический разбор суры «Ан-Нас». Итак, продолжим. «Мин шарлил васуасил хан-Нас» «От зла на ущателя отступающего», то есть при Аллаха. «Мин это харфу джарин» – предлог родителям падежа. «Мабнин аля сукуни» – с неизменяемым окончанием. «Сукуном» на конце. Шарри это «Исман муджрурун бимин. Имя поставленное предлогом мин в состоянии аль-джар. Родительный падеж. У аляму признак состояния аль-джар в этом имени это аль-касра аля ахри. явная касра на его конце. У аль-джарру аль предлог родителю падежа мин и поставленное им в состоянии аль-джар имя шар мута то есть связаны, состоят в смысловой связке с глаголом аруду. إيمي شلوي وليس مضاف، اه الوسواس إت مضاف إليه، مجرور بالمضاف. إيمي بوستاوليني مضاف سستاني الجر. وعلى متجره بريزنك سستاني الجر إت الكسرة الظاهرة على آخره. يوناي يكسرنا يو الخناس إت نعت الوسواس، أبردليني، أبيساني إيمي الخناس. ونعت المجرور مجرور مثله. أبيساني، أبردليني إيمي بوستاوليني سستاني الجر، توشنتاجي بودي سستاني الجر. وعلامة آل جره بريزنك سستاني الجر بأتم إيمني أت الكسرة الظاهرة على آخره يونا يكسر نيوه كنسي نكنسي أتو إيمني الذي يوسوس في صدور الناس كتور نوشايت في قرده توس في سرطاخ لدي الذي أتى اسم موصول أتنسي تلناي مستيميني مبني على السكون سنيز منايم أكنشانيم في محل جر نميست بديجاء الجر Нахтун вас Определение, описание слова аль вас вас». И Его это фиалюн мударюн, глагол настоящего будущего времени. Марфуан, состояние арраф. Почему ли это джаррудихи именно на себе джазм Так как этот глагол свободен от амилю, от фактора наспа и аль-джазма. У аляму тарафихи признак состояния арраф этом глаголе это аддомат аллахирту аля ахри, явно и дома на конце этого глагола. Офайлюха файл действующее лицо этого глагола это домирун мустетрун джаваза, в нем в допустимой форме местомения тахдируху хуа. Это скрытое местемение это местемение хуа. Яуда аллиди. Местемени, который возвращается к относительному местемению аллиди. Вальфиалюма афайлихи глагол его вместе со своим файлом местемением хуа все это джумлятун фиалитун, глагольное предложение, сылятун маусуль является придатком, пояснением для относительного местомения аль-лиди. Ла махалля аль не имеет места в падеже, так как подобное предложение относится к виду предложений, у которых нет места в падеже. Значит, любое предложение, джумля предложение, которое является придатком, пояснением для относительного местомения, это автоматически предложение, которое не имеет места в падеже. لا محل لها من الإعراب في صدور الناس في تحرف جر بردلوغ رديت نو مبني على السكون سنة من أيام سكونم من سبستيان مجرور بفي إيمي بكتور بستيال حرفا في في الجر وعلامة جره بريزنغ الجر بأيتم إيمني. ولايت. الكسرة الظاهرة في آخره يونا يكسر نيو كنس وصدور مضاف إيمي صدور يولايتس مضافا بيرم شلينم إضافي الناس это مضاف إليه второй член إضافة مجرور بالمضاف поставлен مضافом то есть именем صدور в состоянии الجر وعلامة جره признак состояние состоянии الجر в этом имени это الكسرة الظاهرة في آخره явная كسرة на его конце من الجنة والناس بودوش из числа جنة и людей من это حرف جر предлог родительного падежа مبني على السكون с неизменяемым окончанием سكونом на конце А если кто-то скажет, где здесь суккун, мы же видим тут на конце фатва, мы говорим миналь, то мы скажем, что это во избежание встречи двух суккунов. А так, в основе у нас здесь суккун, мин. Аль-джиннат – это Исмун маджрурин бимин, имя, поставленное Харфун мин в состоянии аль-джар. У алямуту признак падежа аль-джар здесь – это аль-касрату аля явная касра на его конце. والجار والمجرور حرف جرمين يبستاولنا إم سستان الجر إيم الجنة سوات متعلقان بمحظوف سوازن اس سكريتم عاملم فاكتم في محل النصب نميست بدجاء النصب حالن من فاعل يوسوس يولاس حال تس أبستيات لسم أبر زدسو أتسكريت وغلغول يوسوس مستمينية يولايش وسي وفاعل ديستو يشملتهم то есть научает, будучи или являясь из Значит, минель аль это халь. А если быть точнее, минель аль мута аллю хун би халин мин фаали его Джар и маджрур минель Состоит эти состоят смысловой связки со скрытым и удаленным именем, которое на самом деле является халь именем образа действия от «фа'али» глагола его То есть, например, его каинан минель аль эти он насе. Ай халь минель аль эти он насе. Аллаху алам. Про перевод мы уже сказали. В этом случае халь – это то скрытое имя. А аль-джару валь-маджрур мин аль состоит в смысловой связке с этим именем. Это более точный разбор, хотя для удобства, а также для облегчения, особенно для начинающих, говорят, что хал это сам аль-джару валь-маджрур. Он-наси аль ва аль-вау – это харфа атфин, союз, союзная частица. Мабнива аля – с неизменяемым окончанием, с фатха на конце. Ан-наси ма'туфун бил-вау джинна

نيثم سور الناس الحمد لله رب العالمين